Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в первую очередь ориентированы на правонарушения в структурах власти. Взяточничество чиновников порой приводит к крупному ущербу не только граждан, но и всего государства. Кроме этого, в текущем году была проведена работа по фактам нецелевых трат из государственных внебюджетных фондов. Служба экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области в отчетном периоде выявлено 92 преступления коррупционной направленности, в том числе 55 фактов взяточества, из них 10 фактов взяточества в крупном и 2 факта в особо крупном размерах. В том числе выявлено 19 фактов дачи взятки и 9 фактов посредничества при получении взятки. В обоих случаях наказание предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Всего же за январь-октябрь 2019 года ущерб от коррупционной деятельности составил почти 450 миллионов рублей. В январе и октябре текущего года УМВД России по Смоленской области за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 52 лица. Из них представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов госвласти субъекта, представители органов местного самоуправления. Косвенной причиной коррупции остается и гражданская оппозиция смолян. Зачастую именно они провоцируют должностных лиц на совершение коррупционных преступлений. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.